О работе медкомиссии рассказал врач-терапевт Анапского военкомата Иван Микитюк. При постановке на первоначальный воинский учет парни проходят серьезное медицинское обследование с обязательным тестированием на употребление наркотиков. В предыдущие годы лиц, употребляющих наркотические препараты, нам выявлено не было. С одной стороны, этот факт не может не радовать, но Сергей Сергеев акцентировал внимание на том, что надо тщательнее проанализировать ситуацию. На первоначальный воинский учет становится немало юношей, в этом году почти 900 человек. К сожалению, зачастую проблема наркомании носит латентный характер. Ранняя диагностика очень важна, и в первую очередь для самих молодых парней. Тема очень такая. Молодцы, что поднимаете эти вопросы. Ну, мне кажется, надо готовить ее. Готовить всякого рода статистические данные. Потому что вот эта фраза, что нет, не обнаружили, 700 человек обследовали, ну не верю. Участники антинаркотической комиссии обсудили работу волонтеров с молодежью группы риска, а также наметили план профилактических мероприятий на ближайшее время. Различные молодежные акции пройдут в городе и сельских округах 1 марта, в день борьбы с наркоманией. О программе мероприятия мы расскажем в ближайших выпусках новостей.